Воинствовал Господь в учеников, вас посылаю, как овец среди волков. Вы мудрыми, как змеи, быть должны, и быть, как голуби, смиренны и скромны. Людей, готовых вас судилище отдать, должны вы повсеместно избегать. Вас в синагогах будут бить за правды глаз и поведут к мужам держать. За правду пострадать, чтоб пред язычниками благовествовать. Когда на муки будет враг вас предавать, не думайте, что в смертный час сказать. Бог укрепит избранников своих, вам уста отверзнет миг. Пусть брата враг предаст постыдной смерти и на родителей своих восстанут дети. Ненавидеть будут вас везде, вы имя Божье призывайте в злой беде. Пусть множество скорбей терпеть придется, но претерпевший до конца спасет.